заканчивается в дельте реки Эбру, являющейся национальным заповедником. Хорошие климатические условия, богатая природа, благоустроенные пляжи и обширная культурная программа сделали это побережье идеальным местом отдыха и гостей семьи. Большую привлекательность побережью придает расположенный здесь тематический парк Порт-Авентура, являющийся одним из лучших в Европе. Новинкой сезона 2007 года является открытие нового, первого в мире аттракциона «Мистовый Бако» «Бок 12», где менее чем за 3 секунды вы получаете ускорение от 0 до 135 км в час, находясь при этом в непосредственной близости от земли, почти касаясь ее ногами. Есть здесь и вращение центра термальных вод. Более подробную информацию об экскурсии вы получите от вашего отельного гида, а также из информационных сайтов и доставляющих первых туристов. Это и город имеет развитую сеть сообщений с Барселоной и другими городами Испании посредством железных и автомобильных дорог. В заключение, хотелось бы дать вам несколько советов, касающихся вашего пребывания здесь. Надеемся, они окажутся полезными для вас. Об отеле. По прибытии в отель предоставьте ваучер и паспорта в приемную отеля. Если вас попросят оставить паспорт в приемную, вы сможете забрать его на следующий день. Вам выдадут ключ от комнаты и гостевую карточку отеля. В ней указан режим работы ресторана, и она является пропуском в ресторан для всех проживающих в номере на весь срок пребывания. Напитки, заказанные во время обеда и ужина, оплачиваются отдельно. Если вы приобрели пакет All Inclusive, заранее проконсультируйтесь, какие услуги, напитки и продукты входят в него. При размещении в апартаментах помните о том, что надо оставить залог в приемной. Чаще всего он составляет 100 евро. Его вернут вам в обмен на ключ в день отъезда. В холле отелей находится информационная книга и стенд Натали Турс с информацией о режиме посещения вашего отельного гида, объявлениями и другой полезной информацией. Пожалуйста, ознакомьтесь с их содержанием. В конце вашего пребывания в стране, накануне отъезда, на стенде и в книге Натали Турс будет размещена информация о акционной книжке «Коста Дорадо 2007». Если у вас возникнут замечания или предложения по поводу организации вашего отдыха, работы отельного или экскурсионного гида, обращайтесь в наше бюро, где к вашим услугам находится книга отзывов и предложений. Претензии по поводу работы служб отеля направляются непосредственно в администрацию отеля. В случае необходимости отельный гид поможет вам оформить рекламационный лист. Компания «Натали Турс» и «Серж Туризм» интересуются проведенным вами отдыхом. На обратном пути в аэропорт мы попросим вас заполнить небольшую анкету. Ваши предложения и замечания помогут нам улучшить нашу работу. Обращаем ваше внимание на то, что вы набрели. Это Елена Сергеевна снимает сама себя. Это ванна. Нормальная, хорошая ванна.
самолет бин-бин-бин. Красиво. Это опять я. Это наш номер. Сашка бродит, ходит. Наши кроватки. Прыгни, мягенько. Мягенько. Ну о чем ты говорил? Я чистый пух. Наш балкончик, наш балкончик. Море. Красота и там. Снимаю. А как я руки мыла? Мой. Вот это.
станет не столетом. Саграда Фамилия. Собор Святого Семейства. Там тут арена Великой Гаврики недостроенная. Bueno, gracias.
Это так чисто просто. Утро столовой. Спасибо. Так не извини, пожалуйста, пойдем по жизни. А горы перемели, да? Давай. Вы же меня укатили. Ой, за кем-то едем. Снимай. Ну, что, ничего. Это наш лифт в отеле. Это шесть людей.
Да мы где-то катаемся. Может, это все? Это так, что потеряется. Что она не живет? Thank you.
Не знаю, как там получится, или нет. Иди-ка, моя блядь. Иди получится. Это Павла Голова, набережная Карагона. Да, я же говорю. Так это дед Карагона, да? Может, это не может Карагона. Это разваленная римская форма. Это Сашка ходит. Топчет ногами историю. Иришка кормит попугаев. Налетели голуби, и попугаев все отняли. На скажи что-нибудь. Привет, Франция!
поедается едой. Лопает анчоусы. Хамон, сырок зеленый. И еще устриц. Кушайте на здоровье.
доброго мне друга. Какие красивые камни. Это изумруды. Куб русского доски-то. Складовский, значит, открыл. Складовская. Изучила. Цианит. Топазы. Это камешки. Банадиниты. На этом как будто грибы выросли. Угу. Надеюсь, я снимаю. Я по-быстренько все сниму. Великолепие. Думаю, будем смотреть, вспоминать. Угу. А это малахит зеленый тут. Угу. Сейчас я сниму. Пиромарфит. Как будто самые живые. Интересно, получится что-нибудь? Ну, погоди, сейчас посмотрим еще. Так, подожди, я еще не смотрю. Че, плохо видно, да? А, выглядит как вот это самое. А, ну там не снимали. Ну, нет, вроде бы что-то видно. Вообще. Здорово, видишь, как? Включаешься, и ты... Субтитры
Здравствуйте, хорошо у вас на экране видно? Если бы сама не видела, никогда бы не поверила.